Всем привет! Меня зовут Мария, я живу в Москве. Энное количество лет я переехала в этот прекрасный город и практически сразу в него влюбилась. Сегодня я гуляю по Красной площади, где проходит фестиваль «Цветочный джем», фестиваль цветов. Вообще, должна сказать, что этот фестиваль проходит по всей Москве. И я на своем канале уже показывала те места, где прекрасные, красивые цветы украшают Москву на той или иной улице. Вы знаете, мне очень нравится, что Москву украшает, что в городе проходят какие-то фестивали, интересные места появляются, что-то, в общем, происходит, жизнь, движение. Тем более, что должна сказать, что сегодня прогулка моя показала, что в Москве очень много туристов. Возможно, меньше, чем в другие времена, но, тем не менее, немало. Поверьте мне, как говорится, на слово. Я их видела, очень много экскурсий идет прям, и разные языки я слышу. То есть не только люди приезжают в Москву из России, но и из других стран в том числе. Ну что, посмотрите, какая красота. Это просто, ну, очень-очень, я бы сказала, красиво. Вообще, вы знаете, последнее время я слышала много разных отзывах о фестивале. Ну, например, некоторые люди говорили, что, боже, на что тратятся деньги, лучше эти деньги раздать там пенсионерам, детям и, в общем, ну, все в таком духе. Что вы думаете на эту тему? Ваше мнение мне будет очень интересно. Ну, лично я считаю, что и на красоту, и на культуру тоже надо деньги тратить, и украшать город надо. И вот такие мероприятия, мне кажется, очень способствуют и хорошему настроению, и расслаблению, обогащению культурно людей. Ну, кто-то может с этим поспорить, но я думаю, именно так. Смотрите, вот этот фудкор, вот это вот, где вкус, нотки всякие продаются, тоже украшены такими красивыми цветами. Ну, а я оставляю вас смотреть эту красоту. Друзья, ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И ваши комментарии мне всегда очень и очень интересны.